Всем привет! А где мы сейчас находимся? Мы в Кремле, на Волга Fashion Week. А что это такое? Уникальное событие посвящено новой концепции для развития российской моды. Получается, новые идеи для нового времени. Ну что, айда с нами? Сейчас мы находимся по ту сторону мероприятия, в закулисах. Здесь скрывается все то, что не увидит обычный зритель. Ну а масштабы просто завораживают. Участвуют модели из более 20 городов, а подали заявки более 50 дизайнеров. Ну и, конечно, в воздухе ощущается некий дух волнения и напряжения, ведь подготовка была достаточно долгой и трудоемкой. На каждом шагу тут очень много чемоданов. А что в них находится? В чемоданах много всего интересного, начиная от париков, перчаточек, бус. То есть заранее все продумано, вы принесли прям только то, что нужно? Да, если я принесла все, что есть, я просто не дошла до вас. Дизайнеры уже готовятся к показу. Вот, например, развешанная коллекция платьев. Вы посмотрите на эту легкую текстуру. Мне кажется, что любая бы хоть раз хотела надеть такое платье. Очень красиво. На показе все должно быть идеально, вымерено вот до миллиметра. Я отпариваю вещи, чтобы они выглядели идеально, ну, как в повседневной жизни, чтобы вы же не выйдете в мятом. Но почему? В мятости есть некий свой шарм, возможно. Ну, не в моей коллекции. Здесь очень много интересных коллекций. Предлагаю рассмотреть одну из них подробней. Так, что здесь есть? О, вот, например, от Gucci. Ничего не напоминает, как будто бы что-то знакомое. Первое, что бросается в глаза, это кислотные оттенки. Очень интересные дизайнерские решения. Похоже на бахрому, но как будто бы просто необработанный край. Я сначала думала, что это сумка, но похоже, что это топ. Не знаю, что он закроет, но если надеть его поверх кофты, то будет даже ничего. Сейчас за моей спиной красятся модели. И очень интересно узнать, насколько подиумный макияж отличается от повседневного. Подиумный однозначно ярче. Однозначно более, ну, делаем лицо, уж конструируем. Так что и поярче красимся. Повседневно так ярко не красимся. Свет очень сильно съедает. Нужно сделать поярче, чтобы фотографии получились соответствующие. Рядом со мной стоят красивые девушки просто в невероятных платьях. Наверняка они уже готовятся к выходу. Как вы готовитесь к выходу? Волнуетесь ли? Какие чувства? Ну, я очень волнуюсь. Для меня это первый опыт как-то выхода на сцену в таком широкомасштабном формате. Есть ли какие-то, может, у вас ритуалы или традиции, как вот подготовиться к показу? Что нужно сделать, чтобы все точно прошло хорошо? Покушать. Как справиться с волнением перед показом? Да вы знаете, волнения в принципе нет. Самое главное – дисциплина и слушать то, что говорит режиссер. Здесь все слажено, как механизм у часов. Каждый чем-то занят. Но все бы это не работало без режиссера показа Ричарда Люткуса. Спросим у него главную задумку этого проекта. Главная идея показа – показать новые тенденции, крутые коллекции и стильные коллекции дизайнеров российских. Насколько сложно было организовать, сделать, чтобы это работало как механизм часов? Не могу сказать, что это было просто, это было со своими сложностями, но мы со всем справились. Осталось совсем немного до начала показа. Сейчас главный режиссер дает рекомендации по позам и расставляет по точкам модели. Волга Fashion Week придуман для того, чтобы молодые дизайнеры смогли выйти на новый уровень. Например, подписать контракты с мировыми брендами и просто показать свое детище людям. Все, что происходит за сценой, мы, кажется, уже вам показали. А теперь переходим к самому показу. Обычненько. А понравилось ли вам? Пишите в комментариях. С вами была программа Айда. Всем пока.